Агатия. Это подобная кустарнику Эдиакарская ископаемая. Она состояла из шести или более ветвей, исходящих от центрального места прикрепления. Внешним видом напоминает раздавленные кочаны капусты. Когда нашли окаменелости этого организма, его части находились рядом. Они были расположены с равными интервалами, а не беспорядочно разбросаны. Братгатия доминировала в своей экосистеме, возвышаясь на 8, а то и 22 сантиметра выше поверхности ила, в основании морей, где она росла. Она возвышалась над чарниями и харниодисками, с которыми соседствовала. Братгатия была найдена в лесу Чарнвуда в Англии, на полуострове Бонависта в Ньюфаундленде, а также в Британской Колумбии. Эти окаменелости датируются возрастом от 565 до 575 миллионов лет назад. Окаменелости были описаны Хеленой Бойнтон и Фордом в 1995 году. Она же отнесла эти останки к эдиакарским окаменелостям в чернийскую супергруппу Чарвунского леса Лестершира, Англия. Братгатия была названа в честь парка Братгейт. Был выделен единственный найденный и исследованный вид Братгатия линфорденсис. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моем канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но еще и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!